Сейчас за ноги и до берега. Попробуем так. И потом отдыхать. В Качканаре суровые уральские мужики спасли лосиху, которая забрела в вязкие топи шламохранилища. И там провалилась задними копытами в так называемых зыбучих песках. А на берегу бескрайних полей метался лосенок, оставшийся без матери. Местные заметили дикого зверя по самое брюхо, провалившегося в рукотворную трясину. Сердобольные мужики сообщили о застрявшей лосихе сотрудникам Евраза, в чьем ведении Качканарский ГОК и шламохранилище. Лосиха, чувствуя заботливую руку человека, вела себя спокойно, не брыкалась передними копытами, но чтобы вытащить ее из вязкой тины, пришлось задействовать болотоход. Его местные мужики пригнали к месту необычной спасательной операции. На берегу лосиху прикрыли теплым покрывалом. Вот это можно показать им, МЧСникам, как надо работать, да. Как надо, что надо учитесь, делать. Ребята, да? Да. Когда обессиленный зверь подсох, подъехали ветеринары и поставили животному капельницу с витаминками и глюкозой. Лосенок, местные утверждали, что ему около года, дождался родительницу и побрел вместе с ней в лесную чащу.